Флешная программа о клубной жизни не только столицы, но и вообще всего того, что творится за ее пределами. Поэтому мы иногда позволяем себе роскошь выбраться из неонового панциря Москвы и прогуляться по городам и песням. Вот недавно попутным ветром нас занесло в город Зеленоград на транс-вечеринку. Да-да, там тоже проходят вечеринки, причем довольно клевые, надо заметить. То, что приехали мы издалека, ну, было заметно не очень, но, как выяснилось, не мы одни такие. Правда, диджеев приглашали заранее, но да ладно, это не важно. На вечеринке играли диджей Инкогнито, известный не только, собственно, своими сетами, но также программой на радио «Элементы. Модель для сборки». Еще один радиоспец, технодедушка и вообще клевый мега-чувак – диджей Мартин Ландерс. Публика была довольна, диджеи тоже были довольны. Клаб ТВ, я думаю, тоже были довольны. Спасибо им за предоставленный материал. Сегодня мы будем делать транс, будем делать жесть. Здесь люди не потеряли первозданность восприятия музыки. Мне здесь очень нравится работа. Очень. Все просто в восторге. Всех огромный позитив. Все просто рады, что сюда попали. Спарринг такой небольшой происходит. Трансовых людей здесь побольше сегодня собралось. Но я думаю, если включить нормальные треки, они зажгут и под техно. Диджей Сержио для Club TV и первого альтернативного. Электро — это как бы такая музыка, которая заставляет людей двигаться. Вот, она заставляет жить. Транс — это да, это круто, это супер, но электро — это просто отпад, понимаешь? Электро — это вот то, что надо на самом деле, понимаешь? Вот, если клабер, то он поймет меня. Если клабер, то это супер! С вами Club TV. Мы находимся в городе Зеленограде, и с нами Мартин Ландерс. Как бы транс — это моя старая давняя любовь, и она началась еще в далеком 80, не помню каком, когда не было такого понятия, как техно, транс, хаос. Ну, почти не было. И все техно имело трансовую структуру. Вот, поэтому я транс люблю очень давно, пожалуй, гораздо больше я в нем нахожусь времени, чем в любых других
музыкальных направлений. Ну а сегодня мы будем делать транс, будем делать жесть. А, очень немногие помнят Гагарин Пати. Да-да-да. Сегодня война транса и техники. Гагарин Пати — это было эпохальное событие, я считаю, для этой страны. Я играл там техно, но опять же, это было техно, это был техно-транс. Это не было чистым техно, то, что звучит сегодня в клубах. И мне очень жаль, что многие об этом не помнят. Очень жаль, что многие об этом забыли. И очень жаль, что об этом многие вообще даже не знают, что это было. Это был павильон «Космос». Это было эпохальное событие, на которое приехали журналисты из всей Европы. Там были грандиозные съемки. Музыка, которая там звучала на тот день, она была не просто популярная, известная. Она была гиперавангардная. Она была абсолютно неизвестная. И некоторые люди, которые пришли туда, на эту тусовку, они хотели бы услышать что-нибудь попроще, какую-нибудь танцевальную, сообразно тому времени, музыку. Вот. Это было незабываемое событие, которое, я не знаю, в историю России нужно прописать вообще красной нитью. Ты играешь очень много танцевальных стилей. Ты играешь хаос, ты играешь техно. Ты играешь в том числе и транс. Лаунж, конечно же. Какой из стилей наиболее тебе близок? Ну, последних года 3-4, наверное, происходит такая непонятная вещь. Виной этому программа Back to the Universe, я думаю, многим известная. Вот в данном случае она мне служит антирекламой, потому что когда звонят из других городов, куда-то приглашают, говорят: а вы эмбиент играете? Я говорю: и эмбиент тоже. То есть я никогда не был далек от клубной культуры. Может, я в клубных кругах менее известен, чем первая десятка популярных диджеев. Вот. Но мои пристрастия — это прогрессив хаус, прогрессив транс, техно, минимал техно. Ну и в последнее время модный электрохаус. Ланж сидит уже вот здесь, потому что под этот лейбл, под марку Ланжа, засовывают уже все, что можно и что нельзя. На самом деле я вам раскрою большую тайну, самую большую тайну. Самый настоящий ланж – это конец 60-х. Это Италия, Европа. Это оркестры, которые играли ланж. Это все, что касается эпохи начала фильмов о Джеймсе Бонде. Вот это самый настоящий ланж. А электрические подделки, даже не подделки, а именно подделки под латино, под джаз, там очень много, очень мало, к сожалению, настоящего. Очень мало настоящей музыки. Поэтому, если вы придете послушать мой ланж, вы будете более чем приятно удивлены. Спасибо. Сегодня ты играешь психоделик транс. Да, сегодня я выступаю в роли трансового диджея, поскольку здесь сегодня битва техно и транса. И вот с Килли с Инкогнито мы сегодня выступаем в качестве трансовых диджеев. А как ты давно обновлял свою коллекцию трансовых пластинок? Обновление буквально всех стилей, которыми я занимаюсь, происходит каждую неделю. А как это происходит? Расскажи. О, я боюсь расстраивать любителей музыки. Я просто боюсь. Ну, так получилось, что за границей я более известен, чем здесь. Я не гну пальцы. Это правда. Вот, поэтому я уже более 15 лет нахожусь в дружеских, деловых, партнерских и просто промоутерских отношениях. Просто с миллионом компаний грамзаписи, лейблов, музыкантов, артистов, композиторов. И я получаю в среднем где-то 60 носителей информации в неделю. Из-за границы, со всего мира, включая Японию и Новую Зеландию. Замечательно. Разнообразие стилей является не единственной твоей визитной карточкой. Многие знают, что ты играешь также для очень большого сегмента публики. Так ты можешь играть как в пафосном клубе для очень дорогой элитной публики, так ты можешь играть для совершенно молодежи. Кому
я скажу так, по своему опыту, наибольший эффект, к сожалению, вообще не знаю. Вопрос очень такой, потому что и там есть люди. Я, в принципе, занимаюсь исключительно музыкой, с большой буквой, ее величество музыкой. И если люди реагируют на эту музыку, которую я хочу с ними поделиться, то это замечательно. Если они ее не понимают, то тогда я плохой диджей. Вот и все. Пару слов о Зеленограде. Вот ты здесь не первый раз. Как тебе здесь нравится, как тебе здесь публика? Есть какие-нибудь отличия? Отличия колоссальные. Отличия глобальные, и все они со знаком плюс. То есть в Москве существуют разные клубы. Я думаю, все это прекрасно знают. Есть клубы, где играют руки вверх на русском или на английском языке. Есть клубы пафосные, куда люди приезжают на Бентли. Есть люди, где собираются мои любимые роботы-технари, которые любят техно. Вот. Но Зеленоград, это, казалось бы, как бы Москва, это буквально рядом, буквально несколько километров. А люди здесь потрясающие по восприятию того, что ты им даешь. Вот в этом ключе Москва в основном, процентов, наверное, на 60, я не совру, это вот такая публика. Ну, мы все видели, вчера здесь Акенфольд работал, сегодня ты, нам до балды. То есть все нормально. Вот такая ленивая публика. А здесь люди не потеряли первозданность восприятия музыки. И они очень круто на нее реагируют. Поэтому мне здесь очень нравится работать. Очень. А как насчет российских регионов? Ну, я, к сожалению, опять не гну пальцы. Я больше работаю там, чем здесь, по России. Вот, поэтому о российской глубинке мне пока очень тяжело судить. Может быть, не глубинка, а областные центры. Ну вот, те города, где я выступал, было, по-моему, все супер. Было, по-моему, все супер. Ну, а как ты можешь сравнить, допустим, Зеленоград, Москву и Россию? Ты имеешь в виду по людям? Ну, восприятие по публике. Ну, раз на раз не приходится. Попадают разные люди, разные категории людей. И самое классное, когда ты понимаешь, что ты дал людям то, чего они хотели. Вот. А где это происходит? В Москве, в Ворошиловграде или еще где-то там? Это уже, в общем-то, не важно, по-моему. Спасибо большое. С вами были Club TV и Первый Альтернативный. Спасибо Club TV и Первому Альтернативному. С вами был Мартин Ландерс.
тебе респиратор? Просто так. А ты слушаешь транс-музыку или техно? Транс. Больше часть транс. Вот, скажи, сегодня вечеринка транс против техно. Я не буду спрашивать за транс или за техно, это и так понятно. Но скажи, ты сюда пришел только из-за транса? А кого из диджеев ты сегодня хотел услышать или услышать? Сергей, а что для тебя является транс-музыка? А чем для тебя является транс-музыка? Транс-музыка, но это культура, которая... Ну не знаю, не знаю, мне это просто нравится. Вот, все, вот. Окей, спасибо.
насколько я знаю, сегодня играешь хаус. Да, да, это самое трагичное. Ты насколько я сильно... Сегодня играешь электрохаус. Да, да, это самая популярная в данное время музыка, поэтому я и сегодня буду играть. А как ты думаешь, много поклонников электрохауса здесь на этой площадке сейчас? А на этой пати не особо много собралось поклонников именно этой музыки, потому что сегодня приехал Come Incognito, и все в основном собрались на него. Но все равно очень много народу все-таки пришло поддержать меня, и я очень рад буду для них играть. То есть сегодняшние битвы «Психоделик транса» и «Техно» ты заранее предлагаешь победу транса? Я предлагаю народу просто зайти в VIP и расслабиться под атмосферу электрохаоса, потому что сегодня будут только новые вещи, вся свежая музыка, поэтому транса ни один не обломает. А какие предпочтения? Ты наверняка знаешь предпочтения местной публики. Предпочтения этой публики, конечно же, самая мощная, самая заводная электронная музыка. Для того, чтобы народ раскрывал позитив от мощности звука. Здесь такое любят. Окей, спасибо. Спасибо. We'll be right back.